В Кабардино-Балкарии спецоперация, которую совместно проводят республиканские силы МВД и ФСБ, сообщают, что в Нальчике в частном доме были блокированы боевики. Один из них, по некоторым данным, может быть причастен к организации терактов и связан с запрещенной в России группировкой ИГИЛ. На предложение сдаться был открыт огонь, завязалась перестрелка, здание разрушилось. Сейчас там разбирают завалы. Во время перестрелки ранение получил полицейский. Квартал оцеплен спецназом, жители соседних домов эвакуированы.